Друзья, хотелось бы показать вам, что у нас сделано. Мы сделали новые вольеры. Мы хотим утеплить их вот таким образом. Мы собираемся сделать это все до конца. Да, мои хорошие, мамины. Вот, мы хотим этот ряд полностью закрыть вот так по крышу, и будет у нас удобно. Сделано у нас 14 вольеров здесь. Красавица моя, мамина красивая девочка, а это наш малыш. Красивый мой ребенок, мой красавчик, а ты красивый мамин, мое солнышко. Мой золотой ребенок. Это наш малыш, ребята, который весит у нас где-то 120 кг. Но красивый мальчик мой. Красивый мальчик мой. Ребята, мы сделали здесь с крышей. Новые вольеры мы сделали с крышей. Мы сделали вот здесь. Дотянули крышу до конца. Теперь крыша у нас есть полностью вот так. Ну, ребята, приют огромен. Да, мои золотые. Приют у нас большой. Вот. Это стройматериалы, которые нам подарили вчера. Это утеплитель на кошатник, который мы сейчас утепляем и делаем. Чуть попозже я покажу вам его. Это... для кошатника. Так, здесь, ребята, видите, крыша у нас не накрыта, а крышу накрыть очень надо. Смотрите, вот здесь у нас вот так. Мамины, хорошие мои. Эти вот три ряда, 1, 2, 3, 4, у нас закрыты. Четыре ряда у нас, мамины. Но совсем немного, ребята. К сожалению, совсем немного. Как видите, это все, предел. А дальше? Дальше, ребята, мы сварили каркас. К сожалению, у нас не хватает строительных материалов, чтобы продолжить крышу дальше. Вот эти ряды у нас тоже не закрыты. И животные находятся, как видите, под дождем. По возможности мы стараемся и делаем, что можем. Все, что в наших силах. Понимаете, я вам показываю, а вы сами решайте, оценивайте. Смотрите, друзья. Вот видите, сколько смогли. И на этом наши ресурсы закончились, ребята. Стройматериалов у нас нет. Работы, конечно, еще много. Много, друзья. Но мы стараемся и делаем, что в наших силах. Все, что в наших силах. Сено стоит под навесом. Мамины. Животные у нас хорошие. Ласковые, добрые, веселые. Ну что, мои хорошие, а, тараканы? Мамины, тепло, хорошо? Тепло, отопитель работает. Ребятки, мамины деточки, здесь тепло, ребята, тепло. Но мы еще будем делать выход детям на улицу. Они подросли, так что теперь пора. Главное, что им здесь тепло. Да, малышня? Красивые, мамины. Вот эта сторона и вот эта сторона, видите? Они не укрыты. 5, 6, 7, 8 ряд, они у нас без крыш. Без крыш. Обидно другое. Мы напихали полные будки сена, но из-за того, что животные находятся под открытым небом, сено в будках мокнет очень быстро. Нам нужны стройматериалы, чтобы сделать каркасы, и нужны доски, и нужно железо. Лохматая душа – большой приют.
большой, хороший, добрый. Вы наблюдаете за нашей жизнью много лет. Мы совершили невозможное, друзья. Мы переехали и спасли 1500 животных. Теперь очередь за нами, ребята. Немного улучшить им условия жизни. Вы ведь каждый почти имеете своего питомца. Вы же не пожелаете им такой жизни. А если уже случилась беда и питомец попал сюда, то давайте хотя бы попробуем улучшить им условия. Давайте закроем их от дождя и снега. Это вольер. Вот, но животные спят в бытовке. Это вход в бытовку. Здесь прогуливаются. В одном вольере 4-5 собак. Бытовка разделена на 4 отсека, и к ней пристроено по 4 вольера. Вот такие входы мы сделали, чтобы животные могли все быть в тепле. И чтобы зимой у них была в вольере, в бытовке, теплая вода. Это по возможности мы делаем все, что можем. Здесь еще не сделали. Вход с той стороны, но здесь надо переделывать. Ребята, рук мало, плотников нет. Поэтому делаем своими силами, что можем. Вот сколько могли, друзья, столько переделали. Вот видите? Вход с той стороны, и, ребят, дети заходят в будку. И не дует, и тепло. Вот так. Это хороший выход и хорошее решение проблемы для приютов. Здесь видите, что творится? Здесь надо хотя бы сделать крышу, друзья. Хотя бы поставить крышу. А мы смогли крышу поставить только наполовину. Вот, здесь еще не успели сделать, видите? К сожалению, пока не успели. Но сделаем, обязательно сделаем. Работа не останавливается ни летом, ни зимой, никогда. Будем делать потихоньку все равно. Все равно. С вашей помощью, друзья. Потому что без вас нам не выжить. Мы все делаем только с вашей помощью. И вам, мои хорошие, решать, готовы вы нам помогать или нет. Говорят, что в последнее время у меня очень тяжелые ролики, я все время прошу денег. Друзья, посмотрите, пожалуйста, на наш масштаб. И скажите, друзья, как можно, существуя на пожертвования, имея вот целых 1500 животных, не просить помощи? Если я хоть один день не напомню про нас и не попрошу вашей защиты, вашей поддержки, вашей помощи, друзья, нам не выжить. Наш приют частный и зависит только и существует только на ваши пожертвования. Это пока единственный выход и наша жизнь. Вы все видите. Вот видите. Вы все это видите. И вам решать, остаетесь вы с нами или нет. Подходим мы вам или нет? Слишком мы скулим и плачем или нет, друзья? Потому что они попросить не могут. За них прошу я. Каждый день объясняю, что, друзья, не хватает крыши, не хватает железа, не хватает корма. Нам подарили немного стройматериалов. Благодаря этому мы сможем утеплить наши будки. Сможем хоть немного что-то где-то подлатать. Друзья, я прошу вас, помогите нам, потому что мы берем все. Только подарите нам все, что вы считаете, вы можете нам дать. Пожалуйста, ребята, любые стройматериалы, шурупы, гвозди, железо, даже по одному листу. У нас очень тяжелое, просто безвыходное положение. Представьте себя на месте этих ушастых, в холоде, мокрыми. Ребят, хоть согреть мы с вами их можем. У них нет дома, нет семьи. Мы не можем взять их всех домой. Не можем. Но каждый из нас может помочь. Даже выслав нам по 100 рублей. Нам очень нужно две вещи. Это корм и стройматериалы. И они горят. Просто горят. Сейчас ударит мороз, и мы уже не сможем ничего врезаться, закопаться, свариться. Ребята, очень нужны трубы. Очень. Я прошу вас, мои родные, кто что может, помогите нам. И последнее. Нам очень нужны обогреватели.
но большие. Маленький обогреватель не может обогреть бытовку. Не может. Поэтому прошу вас, если можете помочь нам электропровода, плафоны, эти самые патроны, пожалуйста, ребята, лампочки электрические. Если можете, ребята, будем очень благодарны. Пожалуйста, нам нужно все. Приют, он всеядный. У каждого есть друзья, есть враги. О нас говорят кучу гадостей, но я прошу вас, поверить можно всему. Вы посмотрите, вы приезжайте и посмотрите, смотрите наши ролики, ведь мы снимаем их очень часто, специально, чтобы вы видели. Плюс к нам приезжает много людей, уже приезжают, и мнение о лохматой душе меняется. Я прошу вас, дорогие мои, хорошие, приезжайте к нам, пожалуйста. Мы очень на вас надеемся, очень. Без вас, ну, не выжить нам, ребят. Ну, давайте в этот раз, в этом мире, в этой жизни, ну, давайте сделаем что-нибудь хорошее. Прошу вас, мои хорошие, давайте. Я призываю к добру, я призываю к милосердию, я призываю к доброте. Ребята, она есть у каждого из вас в сердце. Спросите себя, что у вас здесь, и отзовитесь. Пожалуйста, спасибо вам. Спасибо.